Правительство Чувашии, объединение работодателей и профсоюзных организаций республики подписали соглашение о социальном партнерстве. Подписи под документом поставили председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин, президент Торгово-промышленной палаты Игорь Кустарин и руководитель Республиканского объединения профсоюзов Анатолий Коршунов. Трехстороннее соглашение на 2020-2022 годы содержит обязательства по защите трудовых прав, гарантии для работающих граждан. На рабочих встреч были даны целый ряд предложений со стороны профсоюзов, работодателей, органов исполнительной власти. Мы постарались максимально в данном соглашении учесть все предложения, которые непосредственно будут затрагивать порядка 600 тысяч жителей Чувашии. В первую очередь понятно, что это делается акцент на трудовые отношения, социальные. Мы партнерски взаимодействуем и с работодателями, и с профсоюзами. Соглашение подписывается уже в 15-й раз. Такая форма работы помогает создавать достойные условия труда, дополнительные возможности для развития малого и среднего предпринимательства республики.